30 лет – серьезная и важная дата. Для банка это, с одной стороны, показатель стабильности и надежности, и с другой стороны – только начало. Слагаемые победы команды на поле – это дисциплина и уверенность в партнерах. За 30 лет «Газпромбанк» зарекомендовал себя именно таким игроком на финансовом рынке. Благодаря поддержке «Газпромбанка» все больше девчонок по всей стране занимаются футболом. Передача опыта молодым – это залог успеха любого проекта, будь то спорт или бизнес. Мы делимся опытом и учим молодых футболистов, так же, как «Газпромбанк» уже на протяжении 30 лет создает свою достойную команду. «Газпромбанк» объединяет всю Россию сетью своих отделений, так же, как матчи сборной объединяет и собирает у экранов любителей футбола со всей России. Это дает силы. Поддержка проектов в сфере спорта и футбола в частности важна для каждого. Спорт – это залог здоровья для будущих поколений. В современном мегаполисе, как и на футбольном поле, нужно быстро принимать решения. Именно это позволяет «Газпромбанку» двигаться в ногу со временем и оставаться лидером рынка. Желаем устойчивого роста. Командных игроков. Надежных клиентов. Устойчивой позиции на рынке. Роста числа отделений. Преданных партнеров. Современных решений. От лица Российского футбольного союза хочу выразить благодарность нашему партнеру «Газпромбанку» за сотрудничество и поддержку футбола в России. Банк – это в первую очередь стабильность и надежность. «Газпромбанк» дает нам и российскому футболу уверенность в завтрашнем дне и ощущение защищенности. Надеемся на долговременное и продуктивное сотрудничество. С праздником, с юбилеем!